я тебе желаю. Давайте я переведу. Гончар сказал, что он желает ей счастья, здоровья и удачи. И Сикрагера, все собрались. Это больше. Здорово. Всем привет. А сегодня есть суперзвезда. Это наша супермаша. И у супермаши сегодня праздник. Сегодня 3 месяца исполняется Алисочке, ее сестричке. Тоже звездная сестричка, на ней похлопаем. Правильно, Маша? И сегодня мы поэтому и приехали к тебе. Ты вообще нас узнала? Кто это такой? Правильно, кто я? Зиг Райдер. А вместе мы щенки щадящего патруля. Похлопаем еще громче себе. И первое, что мы сделаем, мы будем показывать фотографии из щенячьего патруля. И сейчас мы будем показывать значки. Как все знают щенячий патруль, да, ребята? Итак, давайте смотрим внимательно на значок, который показывает нам гонщик. Так, Маша, чей это значок? Эверест. Хоть бы кто-то ошибся. Ну давай покажи, правильно ли это? Точно. Правильно. А какими качествами обладает Эверест? Какими качествами обладает? Сам значок подсказывает. Чистит зиму. Правильно, чистит зиму. Снег чистит, убирает. Правильно. Поехали дальше. Чей значок это? Мама. Ну давайте я покажу. Кто сказал маршал, тот сосиска. Ай-яй-яй. А я не это... Правильно. А какими, Маша, качествами Зума обладает? Что он делает? На лодке. Правильно, ребята. Вот такой значок. Почему? А почему? Он не может, он все чинит. Поворачивай, смотри, что это? Это кроки. Расскажи, какими качествами обладает. Он не чинит, ребята, а все зачищает. Зачищает, ребята. Запомните, Рокки все зачищает. Слушайте, а чей это значок? Крепыш! А вы знаете, что у вас есть свой собственный крепыш? Вот он, давайте его похлопаем. Вот он. Ну давайте посмотрим. Крепыш-то, Маша? Да. Правильно, крепыш. А что делает крепыш? Все чинит, ребята. Правильно, давай дальше. Чей значок был? Скай! Правильно! Покажите честным, это Скай! А что делает Скай? Итак, следующий значок! Маршал! А что делает Маршал? Поливает, рушит, это Маршал! Правильно! Похлопаем себе! Ну и ладно, и последний щенок! Я думаю, вы узнаете, кто это! Это... Маша все узнала, давай ее посвятим в щенка Зиг Райдера. Кем ты будешь из щенков? Вот мы тебе показали много щенков. Выбери, ты будешь Скай, ты будешь Гончик, ты будешь Рокки, ты будешь Зума. В общем, выбирай, кем ты будешь? Эверест. Хорошо, тогда мы вручаем тебе супер косточку. Раз, два, три. Эверест, будешь ты. И поклоны даже супер Маши. Хорошо. Слушай, какие-то они сонные, что будем делать с вами? Мама, мы молокаши ели, я вот сегодня маночки так намного. Так, а после этого ты что делал? Да, зарядку! Давай, ребята, научим суперзарядки щенков Зиг Райдера. Подходи, вот здесь сюда. Итак, приготовились. Ловим! Ушки! Танцуем и похлопаем себе. Молодцы. А теперь будем с вами ехать по дороге, правильно? Да. Самое главное улыбнуться прямо в каждый глаз показать. Договорились?
Когда косточка поднята, можно проезжать. Как только гонщик опускает косточку, ехать нельзя. Ну что, давайте попробуем Супер Маши. Сейчас нам покажем, как же управлять супер дорогой. Правильно? Покажи класс в камеру. Опа! Здорово! Молодец! Итак, приготовились. Раз, два и поехали! Опа. Только ручки! Только ручки, 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 ручки! Молодец! Давай мастер-класс! Ножки! Ножки. Не только наши ножки! Быстро про дорожки проезжай! И прыгай в люки открытые! Быстрее! Раз, два, три! Молодец! И проезжай быстрее! Здесь колец и следующий участок едет! Поехали, поехали, поехали! Настоящий еще! Настоящий еще! Как все внимательно на поворотах, земля очень-очень скользкая, прошел дождик. Проезжаем, проезжаем, молодец, дальше, прыгаем, молодцы. Сейчас Супер Маша покажет, как она едет, да, Маша? Да Супер Маша, просто Маша. А теперь Супер Маша, надо включить супер скорость. Ты справишься? Ведь тебя ж не просто на камеру снимают. Ты настоящий член Сикрайдера. Итак, заводи вторую скорость. Раз, два, три. И вперед, можно ехать. Вперед, ребята, на турбоскорости. Поехали, чеки. Поехали, 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 поехали. Быстрее, быстрее. Бананиночки, бананиголочки, и последний щенок, и закрывается, стоп! Быстро дорога закрывается, закрывается, закрывается! Молодцы! Ребятки, садимся, опа! Один Маша, идет к нам сюда, и будем с тобой проверять ребят на знание еды. Вот что может быть съедобное, гонщик? Курица! Вот, если это съедобное, то вы хлопаете в ладоши. А если Маша назовет что-то несъедобное, например, козюлька, да, Маша? Да, мы топаем ручками по коленкам. И вот ты сейчас спрашиваешь, Маша, разбираются ребята в еде и не разбираются, хорошо? Ну что, давай. Первое, что Маша зовет, и ребята съедят, это будет... Яблоко. Яблоко! Хорошо, гонщик, давай. Носки. Носки! Давайте Маша скажет. Супер Маша, ее супер слово. Третье, что зовешь, и ребята сидят, это будет шоколадка. Пятое, что гонщик назовет, это будет жареный каштан. Жареный каштанчик. И последнее, Маша говорит, что ребята сидят, это будет груша. Гонщик, ну если серьезно, что же все-таки собаки едят? Я уже даже... Сейчас гонщик будет раскидывать вам косточки. Полетели косточки! Ребятам за то, что они так классно бегают в первом уровне наших заданий. Пятикосточные. Дайте похлопать на пятикосточную оценочку. Ну тогда давай научим нас турбозарядке, правильно? Да. Все готовы? Да. Все дальше турбозарядка. И поехали дальше, снова хлопаем. Стоп, поехали, камни, стоп. Пушки. Ушами, раз, два, три. Очень смешные. Чем лежать на бабке? Будешь сильным всегда.
крик. И локтями вместе. Жик-жик-жик. Головой мотаем. Раз, два, три. И вовсе. Ты такой лохматый, посмотри. Ай-яй-яй. И я тут как Супер Маша. Смеет танцевать, чем лучше. Жать кроватки. Пахло, слушай, ну что же могло произойти? Пожар! Пожар! А кто, кого назвать? Маршал! Хорошо, тогда все превращаемся в маршалов. Расскажи, главное правило, чтобы потушить пожар, что нужно сделать? Туда нужно набрать вот воды. Там. Вылезь. Вылезь. И вот Хорошо. Желтый. Светит солнышко. Да. Еще как будто бы можно, но еще пока нельзя. То есть желтый означает что? Присели, как на горшочек, да? Да. Хорошо. А зеленый это когда можно идти. Бежать на месте, ребята. Итак, сейчас мы проверим, как вы усвоили основные правила гонщика. Красный цвет, когда вы сейчас гонщик. Нет, ты ручки держи внизу. Итак, сейчас гонщик будет показывать цвета. Когда он показывает красный пальчиком, вы поднимаете руки вверх. Когда желтый, вы садитесь. Когда зеленый, вы бежите, но на месте. Но гонщик будет очень быстро менять цвета. В разном порядке. Что, пробуем? Да! Желтый цвет, садимся. Зеленый цвет, побежали, побежали, побежали. Желтый цвет, садимся. Красный, ручки вверх. О, возьми. Красный, ручки вверх. Мы готовы, гонщик. Мы просто так показали вам знание светофора. Потому что сейчас мы будем заводить машину, и гонщик снова покажет, как заводится машина. Открыли. Так. Сели за руль. Лёх. Закрыли дверь. Лоп. Оу. Пристегнули ремни. Одели очки. Вставили ключ. Опа! Заводим. Посигналили. Берёмся за руль. Так-с. Газ. Газ. И поехали! Скорость номер. Моя самая русская. По дороге, правильно? Но да, там есть туннель, да, мы тушили туннель. А чтобы проехать в туннель, нужно каким быть? Высоким и... Низким. Вот сейчас будем проезжать под высокими и низкими туннелями. Итак, Маша, мы открываем супер туннель, под которым вы будете пролазить. Постепенно туннель будет опускаться все ниже, ниже и ниже. И вы, как муравьи, должны будете в него пролезть. Кто справится? Я!
Мальчик, ребята, готовы! Я готов. Проходи, животиком вперед! Ага, оббегай меня, либо гонщика! И спокойно! Смотри! В тот момент, да? Оббегай, ребята, оббегай! Сказал пожелание на камеру. Давай, гонщик, покажи на камеру, что ты желаешь Алисе. Вот, давай. Я тебе желаю. Давайте, давайте я переведу. Гонщик сказал, что он желает ей счастья, здоровья и удачи. Похлопай за это поздравление. Так, теперь Машенька, что пожелает Алисочке, давай. Я желаю, чтобы было счастье и здоровье. Молодец! А теперь по кругу пойдем. Вот, давайте, вот мы отсюда начнем. Иди сюда. Вот камера, что ты желаешь Алисе, говори. Ну, я хочу, чтобы она не болела, была здоровая, красивая. Молодец, что ты пожелаешь? Маша очень красивая. А Алиса еще лучше? Лучше. Что ты желаешь, говори на камеру. Я желаю Алисе. Я желаю Алисе, чтобы она не болела. Молодец, спасибо. Молодец, ты! Здоровья, любовь, чтобы маме игрушки покупали. Молодец, и наоборот. Так, ты что желаешь? Хочу, чтобы у нее было много
счастья. Молодец, ты говори в камеру, что ты желаешь? Я хочу счастья и только придурки. Молодец, что желаешь ты? Я желаю, чтобы у нее было конфеты и красиво. Молодец, что желаешь ты для Алисы? Сладости и печенье. Сладости и печенье, что желаешь ты? Хорошо, желаешь ты, Алисе? Чтобы она не поела. Так. Чтобы у нее было много игрушек. Колосо. Чтобы у туда говори. Не было и хорошие, и волосы. Волосы были классные. А ну давай, Hello Kitty. Говори туда. Желаю, чтобы у Алисы было много игрушек и сладостей. Молодец. И что пожелаешь ты? И удачи, молодцы! Идем по кругу, ребятки! Пойдем! И будем петь песенку для Алисы! Да, для сестрички! День рождения! Пойдем! И вода по асфальту рекой, и неясно прохожим в этот день, и прохожим, почему я? А почему? Гармошка! А я играю на гармошке, у прохожих на льду. К сожалению, что день рождения только раз в году. Пойдем дальше! Пошли! Прилетит у волшебник голубой. Давайте! Ладно, попоем, поем, ребята! С днем рождения поздравить и, наверное, оставит мне подарок. 500! И скидка на гармошке, как Супер Маша это делает! На гармошке у прохожих на льду. Улыбайся, Маша! К сожалению, что день рождения только раз в году. Ну а теперь, сколько у нас Алисе исполнилось? 3 месяца! Я поднимаю Машу 3 раза, это значит Алисе исполняется. А давай ты попробуй. Ну давай. Ого! 3 раза, поехали, считаем. 1, 2 и 3. Громко с днем рождения. Были, а вот теперь мы щенки и Зиглайдера. Здесь все нормально, сумма сейчас полетит, давай. Оттаскивай ее обратно. Да, ну сама себя оттаскивай. Пока. Всем пока-пока! Ставь лайк, подписывайся на канал!